Приветствую вас. Мне кажется, что вот та проблема, которую вы описываете, заключается в том, что вы хотите полюбить. То есть вот если выделять, да, вот какие у вас могут быть сложности, трудности, то вот мне кажется, что вы хотите полюбить, именно вот это вот желание полюбить, оно у вас есть. И это, наверное, ключевой момент, что вы хотите полюбить, что вам нужно и важно человека полюбить. Вот. А что это такое? Однозначно сказать сложно, что это такое. То есть, ну, это ваша потребность, например, быть с кем-то. Это ваше желание там создать семью, как это бывает. Но я, честно говоря, сказать, наверное, затрудняюсь на данный момент. Вот. Но то, что вы хотите полюбить, это факт, на мой взгляд, очевиден. Вот. Это первое. Вам почему-то хочется человека полюбить. Второй момент заключается в том, что вы, опять же, почему-то считаете, что подарки делают вас обязан. То есть вы чувствуете долг. Что здесь есть? Ну, я бы сказал, что здесь есть некоторое непринятие себя. Вот. Вероятно, непринятие себя скрыто. То есть вы скрыто вот себя не принимаете. Потому что принять подарок безвозмездно, это, ну, как бы показатель того, что вы можете допустить, что человек вам просто хочет что-то сделать хорошее. Или воспринять это так, по крайней мере, отнестись с уважением к ответственности другого человека. Что-либо делать. Вот. Вы можете сказать, что он же это делает, потому что хочет меня видеть своей женой и так далее. Вот. Но это очень его проблемы. И если вы вернете подарки, это мало что изменит. Например, это мало что изменит в том, о чем я говорил перед этим. Это мало что изменит в том, что вам сложно сказать человеку «нет», так, чтобы человек понял. Вот это мало что изменит в том, что вы зачем-то общаетесь с тем, кто вам неприятен, и пытаетесь этого человека полюбить. То есть вот как бы это все, на мой взгляд, не изменит тот факт, что вы вернете человеку подарок и освободитесь, как вы говорите, от обязанности, там, долго и так далее. Ну, не освободитесь, потому что это немножко так не работает. Это работает немножко по-другому, так как вы описываете, это не работает. К счастью или к сожалению, мне сказать однозначно сложно. Вот, собственно, по поводу советов, я не знаю, почему не знаю, потому что, ну, не дают, в общем, психологи советов, вот. Мы не занимаемся тем, что даем советы. Мы больше помогаем человеку разобраться в себе. Вот. И мы можем помочь вам в себе разобраться, если вы этого хотите. Мы можем вам помочь в себе разобраться, но вот давать какие-то советы, я, честно говоря, бы поостерегся, потому что мне кажется, что это совершенно несправедливое взятие
ответственности. За вас, мне кажется, это не правильно с точки зрения вот именно психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Мне кажется, что важно, чтобы вы, возможно, научились сами слушать себя, сами принимать решения какие-то. Важно, чтобы вы сами научились слышать себя, чтобы вы сами научились чувствовать, например, что вам нужно, чувствовать, чего вы хотите, вот, и так далее. То есть мне кажется, что это важнее, чем, например, давать вам какие-то советы. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вы изначально подошли к тому, как воспринимаете психотерапию и психологию, не совсем верно. Вот. Помочь вам разобраться в себе. Да, с большим удовольствием, если у вас есть, ну, если у вас будет такое желание, то да, вне всякого сомнения, помочь вам, это то, собственно, чего мы хотим, вот, это то, ради чего мы занимаемся тем, что мы делаем, вот, но ни в коем случае не давать вам совет, потому что это все-таки уже немножко, ну, как бы, на мой взгляд, нарушает профессиональную этику. Вот. Я думаю, как-то, наверное, так это будет звучать, и как-то, наверное, так это будет выглядеть. Вот. А если вот то, что, например, я вам сказал, вас находит какой-то отклик, да, если вот то, что я озвучил, кажется вам интересным, вот, то можно об этом поговорить более подробно, если вам это интересно, если вам это откликается. Вот. В остальном же, как мне кажется, ну, вот эта позиция, да, она у вас, на мой взгляд, является, ну, такой, я бы сказал, не совсем позитивно, да, то есть эта позиция такая, что вы вот затрудняетесь сами принять решение, да, вы затрудняетесь сами как-то вот на себя опереться, вот вам, ну, сложно, может быть, тяжело, ну, вот, опереться на себя. И вы пытаетесь найти опору вовне. Вот. Ключевой момент здесь в том, что это не помогает вам. Это не делает вас, ну, как бы, более свободны, да, это делает вас вот скорее такой же зависимый. То есть это не делает вас
не сделает вашу жизнь легче. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому решать вам, конечно, решать вам и только вам. Вот, но я надеюсь, что вы примите верное решение относительно вот своей, в том числе дальнейшей жизни, вот, и решите ну, в большей степени полагаться на себя, а не на других людей, вот, даже психолога, потому что, ну, психологи — это не панацея, и все равно это жизнь, она ваша, и вам важно жизнь свою прожить именно так, как хочется вам, а не так, как хотят другие, не так, как говорят другие, даже психологи. А может быть и, ну, в большей степени, то есть не только даже, а может быть особенно, особенно психологи, но поэтому я надеюсь, что вы сделаете выводы, вот, и надеюсь, что дадите обратную связь на, например, то, что я вам, вот, допустим, сказал, вот, это позволит вам начать работу над собой. То есть я надеюсь, что вы дадите обратную связь, вот, на мой ответ, и это позволит вам начать работу над собой в дальнейшем. Вот. То есть я надеюсь, вот, вот так. Я надеюсь, что именно вот именно в таком ключе будет проходить ваше дальнейшее взаимодействие с нашими специалистами. Потому что в целом, ну, есть такое ощущение, по крайней мере, у меня, что вы человек, которому не очень хорошо и не очень комфортно одному. То есть так-то да, вы вроде бы одна, так-то да, вы вроде бы привыкли к тому, что вы одна. Вот, и, может быть, вы даже научились как бы с этим жить, вы научились справляться с этим. Вот, вы научились, может быть, в какой-то степени получать это удовольствие от того, что вы одна, вот, но правда заключается в том, что вот ваше поведение, ваш опыт, который вы демонстрируете, говорят немножко о другом, говорят о том, что вам, ну, как бы, что вам сложно, что вам тяжело, и вы срываетесь. А мужчина, которого вы выбрали, то есть он, ну, вот мужчина, с которым вы вот, ну, связались на какое-то время, и о чем теперь жалеете, вот, мужчина, он, на мой взгляд, хорошо достаточно отражает ваше состояние, какую-то вашу позицию, какую-то ваше отношение, может быть, даже к себе. Вот. Потому что, ну, в данном случае вполне может быть, что ваше отношение к себе не самое лучшее, и вы не очень хорошо себя чувствуете, не очень хорошо себя ощущаете,
Вот. Ну, то есть, грубо говоря, не очень хорошо себя знает. Вот, я бы так сказал бы. Вот. То есть, как бы, понятно, что это все из области моих предположений, да, и понятно, что, может быть, я не прав. Не раз, вот, но надеюсь, что хотя бы мысли какие-то у вас появятся в ответ на то, что я вам сказал. Вот. Ну, с точки зрения, как бы, ну, с точки зрения психотерапии, хотя бы. Вот. Такой ответ у меня вам будет. Очень надеюсь, что вам это интересно было. Очень надеюсь, что вам это было не бесполезно. Вот. И надеюсь, что в дальнейшем вы обязательно придете к тому, чтобы значит, заняться собой. Вот. Это то, на что я надеюсь. Вот. Понятное дело, что может быть ничего такого не будет. Вот, и может быть вы и не станете ничего такого делать. Вот, но тем не менее, хотелось бы верить, что сил у вас для этого хватит. Хотелось бы верить, что возможностей для этого у вас хватит. Вот, и хотелось бы верить, что вы увидите необходимость этого. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот это вам позволит начать работу над собой. Вот вам это позволит начать двигаться куда-то в сторону изменения, чтобы выстраивать отношения вот такими, какими вы их ну, возможно, хотела бы, вот, чтобы все-таки отношения, да, больше зависели от вас, вот, чтобы они были такими отношениями, какими вы хотите их видеть, а не, вот, чтобы вам не приходилось там выбирать словно из того, что было. Вот. Я бы обратил в первую очередь внимание на то, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете, вот, и дальше уже пошел бы по нарастающей. Вот. Как-то так. Какой-то вот, какие-то такие у меня мысли. Вот. Удачи вам, всего самого доброго, будем на связи, вот, обращайтесь.